У нас сегодня особенное служение. Mums šodien ir īpašs dievkalpojums. Ты скажешь, Алексей, ты каждый раз говоришь. Tu teiksi, Aleksei, tu katreiz to saki. Особенный день, особенное служение. Īpaša diena, īpašs dievkalpojums. О чем мне другой говорить, что ли? Bet ko man kaut ko citu teikt, vai? Самое, как ты провозглашаешь, таким будет день. Kā tu nosauksi, tāda arī būs tā diena. Особенное – это не повторяющееся, а уникальное, неповторяемое. Неоткартуемся, быть уникальным, неоткартуемся. Первое воскресенье. Первая свидания. Месяца. Месяца. Вообще 1 июля сегодня. Первое июля. Поздравляю вас. Обсвети усердно. С 1 июля. Ar 1 июля. Это означает, что 6 месяцев. Tas nozīmē, ka 6 mēneši. Или полгода. Vai pusgads. Уже прошло. Jau ir pagājis. И это накладывает на нас серьезный отпечаток. Полгода уже позади. Все ли ты сделал, что планировал? Все ли ты осуществил? То, что записано у тебя. Все ли ты исполнил, что тебе Бог поручил? Когда я смотрю на свой календарь. Когда я смотрю на свои записи. Такое ощущение, когда ты слегка запаздываешь. Liekas, ka dīt, ka tu drusciņ kavēš. Еще вот это надо успеть. Vēl to vajag paspēt Еще izdarīt. Вот это надо успеть. Vēl šo vajag paspēt izdarīt. А здесь уже следующее мероприятие. Bet šeit jau ir nākošie pasākumi. Вы знаете, как кто-то сказал. Jūs zināt, kā kāds teica. Главная идея мудрых людей. Galvenā gudru cilvēku ideja. Не столько успех, сколько смысл жизни. Ne cik ir panākumi, bet dzīves jēga. Иногда успех может вскружить голову. Даже есть панакум вер согреть голову. А неудача может разочаровать тебя. Bet neveiksmes var likt vilties tev. Это одна обочина, это другая. Tā ir viena ceļmala, tā ir otra. Но если у тебя есть смысл жизни. Bet ja tev ir dzīves jēga. Ты скажешь, я научился жить. Tu teiksies, es iemācies dzīvot. И когда избыток, un tad, kad ir и когда недостаток, kad ir trūkums, я знаю цель, es zinu mērķi, и я двигаюсь un es virzos по направлению к этой цели. Virzienā šim mērķim. Когда твоя целеустремленность победит твою неопределенность, Бог победит в твоей жизни. Никогда не позволяй неопределенности разрушить твою целеустремленность. И вставая утром, ты не знаешь, кто ты, куда ты, зачем ты. Не позволяй никогда никому устроить тебе неопределенность. Мы знаем, кто наша цель. Mēs zinām, kas ir mūsu mērķis. Это Иисус. Tas ir Jēzus. Которому мы верим. Kuram mēs ticam. Которому мы служим. Kuram kalpojam. Который дает нам идеи. Kurš dod mums idejas. И они являются основой нашей стратегии. Ir pamatā mūsu stratēģijai. Каждое первое воскресенье. Katra pirmā svētdiena. Посвящено семье. Ir veltīta ģimenei. И Бог дал нам эту идею. Un Dievs ir devis mums šo ideju. Семейная река. Ģimenes upe. Я замечаю в последнее время. Un es ievēroju pēdējā laikā. Что Бог особенно. Ka Dievs īpaši концентрирует наше внимание и побуждает нас именно заботиться об этом. Потому что когда мы заботимся о семье, мы говорим о наших корнях, мы говорим про фундамент, мы говорим об основе всех основ. У нас был праздник семьи. Mums bija ģimenes svētki. Мир дому твоему. Мир с твоим намам. В среду здесь было. Трешден, шейд бей. Что-то нереальное. Kaut kas nereāls. Пересказать невозможно. Pārstāstīt to nav iespējams. Что здесь происходило? Kas šeit notika? На самом деле я вчера звонил. Patiesībā es vakar zvanīju. Владимиру. Владимиром. И сказал, а какой он молодец. Un teic, cik liels malacis. Дети такие счастливые. Bērni bija tik laimīgi. И взрослые такие счастливые. Un laimīgi. Не просто цирк. Не все, кажется, а уникальная, эксклюзивная проповедь уникал, и для детей, бērniem, и для взрослых. Gan и вот снова понедельник, ну, первое воскресенье, pirmā svētdiena. И снова семейный праздник. Un atkal мне бы очень хотелось, друзья, man ļoti gribētos, draugi, чтобы каждый из нас lai katrs no mums мог до конца осмыслить важность varētu līdz galam apzināties откровения о семье. Ģimenes atklāsim svarīgumu. Mēs visi rodam iz Mēs semjē. Visi nākam no ģimenes. Kad все закончится, каждый идет Kad в свой дом. Viss beidzās, katrs iet uz savu namu. И ровно настолько. Un tieši tik. Насколько Бог заинтересован. Cik Dievs ir ieinteresēts. Сильных, крепких, здоровых семьях. Veselīgās ģimenēs. Ровно настолько. Tieši tik. Дьявол хочет превратить семью pārvērst ģimeni вместо нескончаемых мучений par moku vietu un ciešanu vietu.
Ровно настолько, насколько Бог tieši хочет tik, cik Dievs grib, твою семью превратить в Едемский сад. Tavu ģimeni pārvērst par Ēdenes dārzu. Ровно настолько. Tieši tik. Дьявол пытается Vans cenšas твою семью превратить в поле сражений. Pārvērst par cīņas lauku. Территорию, на которую тебе не хочется даже идти. Uz kuru tev pat negribas iet. И вы знаете, получается такая странная вещь. Un, saproti, sanāk tā dīvaina lieta. Когда кому-то говоришь о семье, они улыбаются. Runā par ģimeni, viņi smaida. Потому что рассматривают эту информацию через призму своего семейного опыта. Uz šo informāciju caur savu ģimenes pieredzes prizmu. Но когда ты говоришь о семье, bet tad, kad tu runā par другим ģimeni, людям, citiem cilvēkiem, они щурятся так вот, viņi samiedza acis и говорят, un saka, давайте об этом не labāk. Будем. Par to nerunāsim. Разговор на эту тему. Саруна par šo тему. Портит нервную систему. Майта нерв систему. Почему такая реакция? Kādēļ ir tāda reakcija? Потому что негативный семейный опыт. Tādēļ, ka negatīva ģimenes pieredze. Пытается уничтожить cenšas само откровение или саму идею, что семья существовала, существует ideju, и будет дальше существовать. Ka ģimene eksistē, eksistēja un tālāk eksistēs. Я считаю, мы должны победить. Un es uzskatu, ka mums ir jāuzvar. Мы должны победить. Mums ir jāuzvar. Победить. Победить прежде всего в своем доме. Пирмам картам сова мая. Сделать все необходимое. Издарить весь напечатку. Чтобы дьявол проиграл. Лай ванс заудату. А чтобы Бог выиграл. Бет лай Диос узварату. Амен. Амен. Я думаю, вот эти служения. Он из думай кашье дико поем. Во всем своем многообразии. Виса сова даут звейди. Говорят именно об этом. Руна тиеш порту. Что сделать? Ко издарить. Чтобы дьявол проиграл. Лай ванс заудату. В моем доме. Мана анама. Что делать? Ко издарить. Чтобы Бог выиграл лай в моем доме. Узвар. Что сделать, чтобы сердца отцов издарить, обратились к детям, а сердца детей обратились бы к отцам? Что сделать, чтобы сердце жены обратилось к мужу, а сердце мужа обратилось бы к жене? Что делать, чтобы гармония и божественный порядок могли вернуться в наши дома. Именно этому посвящено и наше сегодняшнее служение. И я хотел бы проповедовать сегодня. Хочу поделиться словом. После чего мы выслушаем потрясающие свидетельства. Свидетельства о этом великом чуде, рождение новой жизни. Вы знаете, дьявол прикоснулся впервые к человеку, который был не мужчиной, который был женщиной. Вы никогда об этом не задумывались, что линия фронта cīņas fronts līnija между миром демоническим starp demonisko pasauli и тем физическим, где мы существуем, fizisko, kur mēs eksistējam, проходит не столько iet ne tik по линии мужской, daudz pa vīriešu līniju. Линия фронта fronts līnija между дьяволом starp velnu и семьей un ģimeni проходит по линии женской pa sieviešu līniju. И фраза «ищите женщину» un фраза «меклējiet sievieti» родилась не во Франции, zima nevis Francijā, и не в Европе, un nevis Europā. В Библии Bībelē сам Бог сказал, pats Dievs teica, женщине sievietei, положу вражду, likšu ienaidu между тобою starp tevi и им, un viņu дьяволу, velnu, между семенем твоим starp tavu sēklu и семенем его, un viņa sēklu, положу вражду, он будет жалить тебя в пету, viņš kodīs tev pa pēdī. Но ты будешь поражать его в голову. Вы никогда не задумывались? Никогда не стаюсь думающись. Что? Почему? Почему сложилось так? Что первый, кому дьявол объявил войну, был не мужчина. Первый человек, которому дьявол объявил войну, это была женщина. Не потому, что она была слабая. Не тапец, ка viņa bija vājāka. Или менее опытная. Vai mazāk pieredzējuša. Они были одинаково. Viņi bija vienādi. Опытные. Pieredzējuši. И они одинаково были сильны. Un viņi vienādi bija stipri. И мужчина, и женщина. Gan vīrietis, gan sieviete. Но есть некоторая разница. Bet ir neliela atšķirība. Борьба с женщиной – это борьба за будущее. Ar sievieti ir cīņa par nākotni. Не мужчине дано рождать. Nevis vīrietim ir dots dzemdēt. Рождать. Dzemdēt. Быть. Būt.
воротами жизни вартей, и победы он вартей, эту привилегию Господь дал женщине. Поэтому, когда дьявол подошел к женщине, он подошел к ключам будущего. Почему? Потому что когда кого родит эта женщина, тот будет управлять будущим. Родит ли она праведного человека, праведность будет царствовать на земле. Родит ли она преступного человека, преступность будет на этой земле. От того, кого она родит, будет зависеть будущее нашей земли. Осуществится ли через нее программа Божья? Осуществится ли через нее программа дьявола? Вот этот перекрест до сих пор остается самым актуальным и важным в нашей жизни. В одной родильной палате рождаются и гении, и маньяки, герои и подлецы, служители Божьи и служители дьявола. Материнское чрево – это стартовая линия человеческой истории. Вот почему именно здесь пролегает главная линия фронта. Война с женщиной – это война за будущее. Бог избирает женщин для того, чтобы обеспечить свое будущее. Поэтому, когда Он благословляет брак, когда Он благословляет отцов и матерей и говорит женщине: благословен будет плод чрева твоего. Он говорит о будущем, а женщину Он называет воротами жизни и победы. Я благословляю тебя, чтобы ты обеспечила мое будущее на земле, чтобы праведность царствовала, для того, чтобы Божьи программы действовали. Все дело примет и родит сына, и нарекут ему имя. Эммануил, что значит «с нами Бог». Бог избирает женщину, чтобы обеспечить через нее Цаурвиню свое будущее. Саунакотны. Дьявол подходит к женщине. Поверьте, с той же самой стратегической задачей. Для того, чтобы через женщину обеспечить свое будущее. Либо ликвидировать войну это будущее. Не в том, что она слаба, а в том, что именно от нее зависит будущее. Что там говорить? В первых главах Бытия написано, что ангелы, сыны Божьи, стали входить не к мужчинам, чтобы разврат устраивать. Там, где мужчины к мужчинам, там будущего нет. Но когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, шла речь Рунагая, о будущем. Парнакотны. И Библия говорит, teikts, что в результате этого ши смешения на земле стали появляться великаны, милжи, великие люди. Лелы цилвэк, и именно они вини завели человечество цилвэци, в страшнейший тупик, гресмигая струбцеля, что заставило Бога изменить свои планы и утопить этот весь мир. Я повторяю эту мысль. Бог избирает женщину, чтобы обеспечить через нее свое будущее. Дьявол подходит к женщине, чтобы разрушить то будущее, которое Бог запланировал, и обеспечить себе будущее, свои программы. Не давайте место дьяволу, ибо его будущее чудовищное и страшно. Оно погубит и уничтожит.
Древний змей подошел к Еве. И его не интересовал сегодняшний эдемский день. Šodienas ēdenes diena. Его не интересовало. Не интересовало. Какая там погода? Kāds tur laika apstākļi. Первое, что дьявол всегда имеет перед собой. Tur savā priekšā. Пересорить. Sanaidot. Женщину. Sievieti. С Богом. Ar Dievu. И сказать, что. Un teikt. Там ничего хорошего нет. Tur nekā laba nav. Борьба за будущее. Par nākotni. Борьба за будущее. Cīņa par nākotni. Его интересовало будущее. Viņu interesē. И главная цель его разрушить Божий план. Galvenais viņa mērķis sajaukt Dieva plānu. И обеспечить собственную. Un nodrošināt. Перспективу. Savu perspektīvu. Поэтому произошло грехопадение. Нотика грака крышена. О, как он радовался. Un kā viņš priecājās. Что все у него получилось. Ka viss viņam izdevās. Знаете, я хочу Zinat, буквально два пункта сказать, буртиски divus punktus pateikt, чтобы мы с вами осмыслили, lai mēs ar jums apzinātos, что семья это не просто, ka ģimene nav vienkārši, уси-пуси, уси-пуси. Это не просто какая-то tas nav vienkārši, лирика, лирика. Это фундамент общества. Tas ir sabiedrības pamats. Насколько здоровая cik семья, veselīga ir ģimene, насколько будет здоровым общество, tik veselīga būs sabiedrība. Насколько Бог победил cik в семье, Dievs uzvarēja ģimenē. Настолько Бог победит в обществе. И в то же самое время. Насколько Бог победил в семье. Настолько Он обеспечит будущее. Когда я смотрю сегодня. Когда я скажу сегодня. Какие в Латвии события происходят. Как Латвия нотику какие минуты. Деньги Рижская дума вкладывает в праздник. Как Рижская дума игулд науд святкос. Куда бюджетные деньги идут. Кур бюджет науд айзе. На нашей территории. Мус территория. Это великолепный праздник Лигу. Щебринщики Лигу святки. Это потрясающий. Ши сотрецоши. Гей прайд, куда Gay было вложено огромное количество денег. Daudzums naudas. Папа Римский приезжает. Ромс Павест отбрал. В ближайшее время. Duvākajā laikā. Выделяются деньги для того, чтобы обновить nauda, lai atjaunotu те здания, tas, где будут проходить ekas, встречи. Kur notiks tikšanās. Думаю, Господи, es когда думаю, же появятся смелые, parādīsies drosmīgi, просвещенные, богобоязненные люди, cilvēki, которые на государственном уровне будут вкладывать ieguldīt, деньги в институт семьи, naudu, чтобы Бог победил, lai Dievs uzvarētu, и чтобы обеспечить будущее. Un, lai nodrošinātu nākotni. Защищая институт семьи, мы защищаем будущее. Мы защищаем нākotni. Потому что без Tāpēc, крепкой и надежной семьи у Латвии не будет будущего. Зимнес, Латвия не будет nākotnes. Будущее определяет не наша экономика. Nosaka nevis mūsu ekonomika. И не наши деньги. Un ne mūsu nauda. Будущее определяет здоровая nākotnes семья. Nosaka veselīga ģimene, которая должна быть защищена. Kurai ir jābūt aizsargātai. И духовно. Gan garīgi. И социально. Gan sociāli. И экономически. Un ekonomiski. И мы продолжаем молиться. Un mēs turpinam lūgt. Чтобы пришло прозрение. Lai atnāktu apgaismība. Откровение о семье звучало не только в первое воскресенье какой-то церкви. Мне бы очень хотелось, чтобы парады семьи, праздники семьи на государственном и национальном уровне они стали нашей доброй национальной традицией. Веришь ли ты этому? Мы будем об этом молиться, и мы знаем, что защищая институт семьи, Латвия обеспечивает и благословляет Латвия свое будущее. Nākotni. Итак, un tā, совершилось грехопадение. Грека крышен нотика. Эти люди были изгнаны cilvēki из, tika padzīti из рая. No paradīzes. Второе откровение. Otra atklāsme. Давайте сейчас прочитаем tagad первое, а потом второе. Pirmo, pēc tam Бытие 3. Pirmā mūsu 20. 20. И нарек Адам имя жене своей Ева, вардā, ибо Ева, она стала jo viņa матерью всех живущих. Это признание. Tas, tā ir atzīšana. Это определение. Tas ir apzīmējums великого достоинства, lielai, которое называется материнство. Cīņa, kas saucās matišķums, ворота жизни, dzīvības vārti, и победы. Un uzvaras vārti. И пришел к этим дверям un дьявол. И он пришел, чтобы украсть, un убить и погубить. Atnāca, lai nozaktu, nomaitātu. И он был настолько счастлив, un viņš bija tik laimīgs, что его сценарий сработал. Ka viņa scenārijs nostrādāja. Запретный плод. Aizliegtais auglis. Вкусили. To nobaudīja. Глаза открылись. Acis atvērās. Они увидели наготу. Viņi ieraudzīja kailumu. Они потеряли
будущее, которое им определил Творец, Радитайс. Они потеряли то будущее, которое им определил Отец Небесный. Они вошли в то будущее, которое создал для них падший ангел. Женщина. Никто не винит. Никто сегодня не поднимает дискриминацию. Никто не говорит, что вот не сака. Адам, Адамс, крутой мужик, а женщина ничто. Некас, только ограниченные люди могут так говорить. Мы сегодня должны молиться за женщин. Молиться о том, то, чтобы в наших домах майас, побеждал Бог. Диос, и чтобы в наших домах майас, проиграл дьявол. Мать всех живущих. И когда рождала она детей, kad viņa на секунду представьте, секунды, tikai iedomājieties, какая мать мечтает kāda māte sapņo, увидеть в своем доме или своей семье преступника. Namā vai ģimenē noziedznieku. Да никакая. Neviena. А ведь если bet, дьявол нашел ключи ir atradis atslēgas, к сердцу матери, pie mātes sirds, он найдет viņš ключи atradīs atslēgas к сердцу рожденных pie dzimušo детей. Viņu bērniem. Kain, Kains. У дверей сердца твоего. Pie tavim sirds vārtiem. Грех лежит. Стал грекс. Он влечет тебя к себе. Viņš vilinas tevi. Но ты господствуй над ним. Bet tu valdi par to. Одно преступление. Viens noziegums. Совершилось в Едеме. Tika izdarīts Ēdenē. На уровне родителей. Vecāku līmenī. Второе. Otrs. Произошло за стенами Ēdema. Ēdenes vārtiem. Первое убийство. Pirmā slepkavība. Это было братоубийственное. Tā bija brāļa slepkavība. Kain поднял. Kains pacēla roku. И убил Авеля. Un nogalināja Ābeli. Я не представляю, как Ева переживала. Es nestādos priekšā, kā Ieva to pārdzīvoja. Мне кажется, это было bet страшно. Man liekas, tas bija briesmīgi. То, что они пережили, то, ko viņi pārdzīvoja, когда их из рая выгнали, kad viņus izdzina no Ēdenes, и то, что un to, она пережила, смотря на убитого своего сыночка, viņi pārdzīvoja, skatoties savu nogalināto dēliņu, трудно сказать, grūti man pateikt, что было kas страшнее, bija briesmīgāk. Дьявол Velns избирает женщину, izrauga sievieti, чтобы обеспечить свое будущее. Lai nodrošinātu savu nākotni. Бог избирает, Dievs izrauga, для того, чтобы обеспечить свое. Lai nodrošinātu savu nākotni. Вот почему. Lūkā dēļ. Любое духовное сражение. Jebkura garīgā cīņa. Это война. Tas ir karš. За будущее. Par nākotni. Я верю es ticu, в матерей. Mātēm, которые посвящают своих детей. Kuras veltī savus bērnus. От чрева матери. No mātes miesām. Богу. Dievam. Это не религиозный ритуал. Un tas nav reliģisks rituāls. Это защита. Tā ir aizsardzība. Это гарантия. Tā ir garantija. Что рожденный. Ka dzimušais. Ребенок войдет в будущее. Ieies nākotnē. Которое определил Бог. Kur noteic viņam ir Dievs. Прежде чем я родился. Pirms es piedzimu. Мои родители. Mani vecāki. Молились за меня. Lūdza par mani. И меня посвящали Господу. Veltīja tam kungam. Мало ли они знали, они мало что вообще знали вот из этой книги. Но они знали, что если мы не будем проклинать детей в чреве, если мы не будем говорить об абортах, если мы будем принимать от Бога ту жизнь, которую Он дает нам, и будем благословлять, то мы гарантируем будущее, которое определяет Бог. Родительское благословение сопровождает меня до сегодняшнего дня. Вы думаете, дьявол не подходит? Вы что думаете, нет сражений, конфронтации? Думаете, нау цінис, нау конфронтации? Кому много дано, с кого daudz, много спросится. Но, та daudz tik spraseits. Но гарантия защиты. Bet aizsardzības garantija. И жизненного предназначения. Un dzīves nozīmes, который сопровождает меня до сегодняшнего дня. Pat dienai, это только благодаря. Tas ir tikai pateicoties моим родителям. Maniem vecākiem. И родительскому благословению. Un vecāku svētībai.
Родители, не проклинайте своих детей. Vecāki, nenolādiet savus bērnus. Не давайте место тем. Недудет вету велнам. Не позвольте ему. Не отлюет виня. Обеспечить в вашем доме его будущее. Юсу нама виня на. Благословляйте своих детей. Светиет за узбарнс. Благословляйте своих детей. Светиет за узбарнс. Чтобы дьявол. Лай велнс. Ушел. Ай за эту. Не солоно хлебавши, чтобы будущее было. Лай накотны. Божье. Буду дьявол. Откроем сейчас. Отверсим так. Откровение 12 глава. Я откласмис. Нодаль 12. Это уже, представьте, это первая страница Библии. Стадайтесь прежде, это первая Библия с лапой. Про Еву. Про Еву. А здесь? Бет шейт. Последняя страница. Педея. Откровение 12. Я не откласил с грамот 12. И явилось на небе. Ум педебесин великое знамение. Лиел зиме. Жена, облеченная в солнце. Сиев саул стерпа. Под ногами ее луна. Мэнис апокшу венескала. А на голове ее венец. У меня и голова 12. Из 12 звезд. Звайгжню вайнакс. Она имела в очереве. Та бие грута. И кричала от боли брейца, и мук сапец, рождения. Он мокас. На секундочку. У секундиты. Здесь никакого язычества нет. Шейт нау некаду паганисма. Здесь то же самое. Шейт ир тас пац. Фундаментальное откровение. Та пати памата откласме. О материнстве. Пар матищем. Которое красной нитью идет. Кур арсаркану. От бытия. Diegiet, и до откровения. Пирма мос лидз откласме. И дьявол дежурит точно так же. Тиеши на том же самом месте. Тани пат вета. Он все еще подходит к женщине. Вел ее проям пенак пе севете. Для того, чтобы разрушить будущее, которое Бог определяет. Накотный конусок дырос. И обеспечить свое страшное. Но дрошина отца убресмей. Жуткое, трагическое. Дросмей го, традиско. Будущее. Накотный. Женщина, которая была беременна. Куроби грута. И она уже кричала. У меня убрается. От боли и мук рождения. Земдещина сапейс он мокас. И вот тут как тут. Он те клад. Акушер в кавычках. Акушерс. Яковас. Подходит. Пена. Дракон. Путис. И вот другое явление. Вел цита зим парадаяс. Большой красный дракон. Резилилс путис сарканс. Семью головами. Ка угунс там бисет. И десятью рогами. Он десмит раги. И на головах его семь диадем. Узвини головам септин тени. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. Вини асты носил ты трешу дали звайс. И поверг на землю. Он номен тасу земи. Уж мы уже знаем, чья это характеристика. Так мы зинам кам ракструемся. Дракон сей. Путис стал перед женой, сиевас прекша, которой надлежало родить, курай би ядзем, дабы когда она родит, лай априту, пожрать винес ее бэрну, латенц, кад виня бус земдеюс. Чем питаются? Арко бароясь? Враги. Инайднеки. Кровью. Ар асеним. И плотью. Он мясу. Наших младенцев. Мус зидайню. Когда смотришь статистику kad сегодняшних абортов, шодинс, аборт статистику, когда смотришь skaties, сегодня эту страшную глобальную программу, когда детей расчленяют sadala, и продают на органы, organiem, когда из абортального материала сегодня материал, на глобальном мировом уровне делается косметика, тик, вейдут, косметика креми. И смотришь, как это все сочетается. Начинаешь до конца понимать, Sāc, что ты не до конца понимаешь. Tu ne līdz galam visu saproti. То, что здесь было однажды сказано. To, kas šeit vienreiz bija teikts. Перед беременной женой. Грута севец прекша. Стал дракон. Но стаяс путис. И сказал, я твой акушер. Он тейца, эс эсм таус акушерс. Я все обеспечу. Вису, нодрош нашу. Когда рождает женщина. Кад севец дземде. Ей нужна помощь. Виней вайдзик палец. И дьявол. Он велнц. Предлагается. Пьедава. Чтобы пожрать младенц. Априту зидай. Борьба за будущее. Цинь пар накотни. Это серьезная война. Tas ir nopietns karš. И блажен. Un svētīts. Kto tu vainu papitī? Kurš uzvar šo cīņu? И что же дальше? Un kas tad notiek tālāk? И родила она младенца. Viņai piedzima bērns. Мужеского пола. Dēls. Роды состоялись. Dzemdības notika. И самое интересное, что... Pats interesantākais. Против кого дьявол больше всего? Pret ko vēlns visvairāk? Противостоит. Стал прийти. На этом человеке ши человек пребывает великая судьба. Ir liels liktens.
Дьявол хотел пожрать младенца, Велns gribēja aprīt, которому надлежит пасти, kuram nākas ganīt все народы, visas tautas железно. Ar dzels zizli. Дьявол не боится нас. Велns nebaidās no mums. Теми, кем мы являемся сегодня, no tādiem, kādi esam šodien. Он боится нас. Viņš baidās no mums, которыми мы станем завтра. Kādi mēs kļūsim rītā. Он не боится младенца. Не боится но зида. Он боится судьбы. Винч боится но ликтения. Которую kur, они имеют. Кур винем ир. Но поверьте, друзья. Бет нот все драуги. Если ты веришь. Я тут идти. И уповаешь на Господа. Он поляется сто кунгу. То все, что рождается от Бога. Так виськас димс но дьявол. Оно будет защищено. Тас тикс айсаргац. Сохранено. Саглабац. И выращено. Он изаудзац. Взрощено. Uzaudzēts. Воля Божья исполнится. Un Dieva griba piepildīsies. Почитайте, возьмите это как за Izlasiet пророческое слово. Paņemiet to kā pravietisku vārdu. И родила она младенца. Un viņa dzemdēja zīdaini. Bērnu. И восхищено было дитя ее к Богу. Tad sievas bērns tika paņemts pie Dieva. К престолу его. Pie viņa troņa. Господь защитит. Tas kungs aizsargās. Господь сохранит. Tas kungs pasargās. Ирод, который Herods. Который услышал, kurš sadzirdēja, что родился, ka piedzimis, царь иудейский, Jūdas ķēniņš. Он не боялся младенца. Viņš nebaidījās no zīdaiņa. Он боялся конкуренции. Viņš baidījās no konkurences. И рождение Иисуса, оно потрясло все миры. Visas и даже оккультные миры. Оккультиско пасаулы. Что вот эти астрологи. Астрологи. Они пришли откуда-то с востока. Как укурно ауструмем. И говорит, где-то здесь родился. Он тебе так укурит зимы. Царь иудейский. Юд стенич. Судьба. Ликтенс. Судьба человека. Человек. Ликтенс ирнота кунга. И эта линия фронта. Фронтес линия. С Ветхого Завета. Но вецас дерибс. С каким-то просто удивительным упорством продолжается и в Новом Завете. Принимая на устаибу. Turpinās arī jaunajā derībā. На этого младенца. Uz šo dzīdaini. Idiot охота. To medī. И даже тогда, когда он в очреве. Un pat tad, kad viņš vēl ir mātes miesās. Кто-то будет провозглашать. Kāds apliecinās. Аборт. Абортус. Вы должны прервать беременность. Jums ir jāpārtrauc grūtniecība. Bet kad piedzimst. Дьявол будет устраивать. Tad vēl un sarīkos. Какие-то провокации. Kaut kādas provokācijas. Чтобы даже рожденный ребенок. Lai pat piedzimis bērns. Потерпел какой-то ущерб. Kaut kādu Как мимфа во свей, помните, природа кто-то уронил его. Дьявол будет делать все необходимое. Чтобы то, что рождается от Бога, tas, kas zims no Dieva, погубить и уничтожить. Lai to iznīcinātu, nomaitātu. Но поверьте, bet noticiet, у Бога ресурсов больше. Ресурсы ir vairāk. Если уж он дает способность viņš dod spēju, зародиться жизни, Dzīvībai он rasties, обязательно побеспокоится, чтобы сохранить это. Lai pasargātu to. Помните, фараон хотел уничтожать фараонс, всех младенцев visi, мужеского пола. Zīdaiņs, Боже мой! Zintas, Dievs, это как молох, который существует в течение всей человеческой истории. Но если Моисей рожден был, Mozes и был прекрасен перед Богом. Господь priekšā. Побеспокоился. Tas kungs parūpējās, чтобы ни крокодилы не сожрали его. Крокодилы апрету, и не все карательные не отряды фараона не уничтожили. Не изнеценату виню. Я верю в Божью защиту. Es ticu Dieva aizsardzībai. Я верю в Божью ограду. Es ticu Dieva aizsardzībai. Я верю, что сегодняшние ticu, свидетельства, ka šodienas liecības, которые прозвучат здесь, kuras skanēs šeit, они бросят вызов. Tās metīs izaicinājumu. Тем, кто сегодня проходит, kuri šodien iziet, через эти долины смертной тени, навес ielejām, ему надлежит царство. Viņam nākās valdīt. Доколе все враги не положены в подножие ногтей. Pie viņa kājā. Рождая ребенка, ты не знаешь. Dzemdējot bērnu, ты tu nezini. Не знаешь. Tu nezini. До конца кто? Līdz galam kas? В твоих руках. Ir tavās rokās. А Бог все знает. Bet Dievs visu zina. И Бог хочет, чтобы Un Dievs grib. Святые. Lai svētie. Праведные. Taisnie. Благословенные женщины. Svētītās sievietes. Могли обеспечить ему. Varētu nodrošināt viņam. Благословенные. Svētītu. Будущее. Nākotni. Бог на этом месте. Dievs ir šī vietā. Он за мужчин и за женщин. Viņš ir par vīriešiem, он за семью. Par ģimeni. Он за гармонию. Viņš par harmoniju. Он за взаимопонимание. Viņš par starptautējām attiecībām. Чтобы дьявол Bet viņš, был опозорен. Viņš grib, lai velns tiktu apkaunāts. А чтобы Божьи планы Bet Dieva plāni были осуществлены. Tiktu īstenoti.
Давайте возьмем сейчас пожертвование. Когда волхвы пришли к Ироду, и Ирод хотел выведать место, где родился Спаситель. Господь им сказал, не надо докладывать ему, потому что я храню того, кого я родил. Гарантия безопасности волхов заключалась в том, что они принесли золото, ладан и смирну рожденному Иисусу Христу. И на основании этих жертв они не стали жертвой обстоятельств или жертвой провокации царя Ирода. Ты не знаешь, что завтра тебя ждет. Я не знаю, что меня завтра ждет. Но я знаю одно. Когда мне Бог дает шанс приносить дары и жертвы, я никогда не пропускаю этого шанса. Потому что всякий раз, когда ты приносишь жертву, ты даешь заявку на безопасность и защиту на сверхъестественном уровне. Когда я приношу в Доме Божьем свой ладан, свою смирну, золото, я делаю заявку, Господь, пусть Твои ангелы хранят меня на всех путях. Пусть защита и ограда будет на всех путях наших. Возьми, пожалуйста, свою жертву. Не приходи с пустыми руками в присутствие Божье, чтобы Бог не приходил с пустыми руками. Подними эту жертву и скажи вместе со мной. Скажи, Отец Небесный, я благодарю Тебя за милость Твою. Я благодарю Тебя за благодать Твою. Я благодарю Тебя за наши дома и за наши семьи. Мы благодарим Тебя за наших родителей, которые дали нам жизнь, которые нас посвятили Господу. Я благодарю Тебя, что через нашу жизнь обеспечивается будущее Царства Божьего. Пусть все дела дьявола будут опозорены, разоблачены и уничтожены во имя Иисуса Христа. Христа. Пусть в моем доме дьявол проиграет. Пусть в моем доме выиграет Иисус Христос. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем женщин, матерей. Мы благословляем дочерей. Мы благословляем отцов. Мы просим, благослови наш дом. Пусть он будет полон славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, Amen. Пустите ведра по залу. Эта тема очень важна. Очень важна. Самое интересное, друзья, что когда даже Ева согрешила, Бог змея проклял. Он говорит, проклят ты, змей. За то, что ты сдал в аренду свое естество. Сатана – это не змей. Сатана через змея обращался к женщине. Вот почему написано, не давайте место дьяволу. Ни в аренду, ни на постоянное место жительства. И когда Бог проклял змея, он сказал, что теперь ты не будешь не ходить, а теперь ты будешь ползать на чреве своем. Другими словами, Господь оторвал ему ноги и сказал, вот теперь ползать будешь. Понимаете, это проклятие. И ты будешь прахом питаться. А что он женщине сказал? Знаете, это такой трогательный момент. Он женщину не проклял. Он женщину не проклял.
Он ей дал право поражать змея в голову. Это не проклятие. Он дал ей силу и власть. Он ее не проклял. Он змея проклял. А женщине дал власть наступать на его голову. И дальше он говорит, семя жены поразит семя змея. И если смотреть исторически, семя жены, которое суть Иисус Христос, поразил дьявола в голову. Друзья мои, мани драуги, мы должны использовать эти ресурсы. Бог сказал змею, положу вражду между тобою и между женой. Так странно было, что Адам стоял рядом и слушал это. А Бог говорил, положу вражду между змеем, между тобой и между женою. Между семенем твоим и семенем жены. У тебя будет власть только жалить питу. А семя жены будет поражать тебя в голову. Вражда между тобой и женою закончится, дьявол, не в твою пользу. Вражда между тобою и женою закончится победой женщины. Ибо семя жены поразит тебя в голову. И ты потеряешь все на свете. И как бы он ни изощрялся, и как бы он ни ухищрялся, однажды семя жены опозорит и посрамит тебя. Уважаемые женщины, уверуйте в это. Вы не прокляты, вы благословены. Вражда будет, но исход этой битвы уже определен. Твои дети, твои сыновья, твои дочери, которые, может быть, рождались в ужасных муках, они возьмут реванш. И они поразят змея в голову во имя Иисуса Христа. Прострите руки, пожалуйста. И давайте помолимся. Hallelujah, Simbolor of Jay. Whatever see a la hard deal, a single Lord Jay. Slavon God Stelta, Stelpatezos Kungs, Kashi Upurica Sernesti Tauwaiga Preksha, Debison Zemesdals, Katupinim Tosar Savus Pacum Varu, Estelpatezos Taus, Katra Dimene, Kurair Katz Ienais, Patezos Shim Upurim Taus, Jesus Varda, Kungs Naktaus Mirs, Kasiroxas per Katru Saprashan, Umpasarga Musu Sirdis Musu. Suprātus Kristu Jēzu. Es jau pateicu Tev, ka Tu vecāku sirdis vērs uz bērnu sirdīm un bērnu sirdis uz vecāku sirdīm, ka miers ienāk katrā ģimenē un namā. Slava Tev un gods Tev. Es Tev pateicu, ka katra vajadzība, kas tiek nesta Tev vaiga priekšā, Kungs, tiek atrisināta Tavā pilnā godībā un bagātībā caur Jēzus Kristu supuri. Viss gods un visa slava tikai Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Halleluja. I teper, druzjā. Un tagad, draugi. Я обращаю внимание ваше на экран. Es vērsīšu uz mani uz ekrānu. Недавно я обнаружил, что существует такой портал информационный. Он называется именно вот так. Счетчик населения Латвии. Причем это ежесекундная ежесекундный или ежеминутный мониторинг, что происходит в плане нашего населения. И мы должны знать, в каком доме мы живем. Мы должны знать, кто нас окружает и какие у нас прогнозы. Внимание. Первое. Первую цифру, конечно, скорее всего, искусственно завысили. Как знать? Я не знаю, максимально там 1,5 миллиона, может быть. Максимально 1,5 миллиона. Ну ладно. Пусть это будет так. Обратите внимание, численность мужского населения 46%. Численность женского населения где-то гораздо больше. Дальше.
в этом году, gada, этот год, это gads, полгода, tas ir pus gads, 1 июля. 1 jūlijas tagad ir. Rождено в этом году 9448 человек. И, кстати, сегодня, un, starp citu, šodien, 1 jūlijā, было рождено 23 человека. Это статистика cilvēki. С род домов. Šī statistika nāk no dzemdību namiem. И дальше статистика. Un tālāk statistika. Вот то, что сейчас мы прочитали, to, ko tagad mēs izlasījām, это то, что делает Бог. Tas ir tas, ko dara Dievs. Он дает жизнь, dzīvi, он дает рождение, dzimšanu, он дает благословение, viņš dod svētības. И вот теперь un статистика tagad, отрицательная. Negatīvā statistika. Уже в этом году, jau šī gadā, точнее сказать, в этом полугодии, šī pusgadā, умерло 13806 человек. 13 тысяч. Уже сегодня. Jau šodien. Еще не вечер. Un vēl nav vakars. Сколько времени еще? Час? Cik tagad laiks? Viens? Pol первого. Pus viens. А сегодня bet уже šodien jau умерло 34 человека. 34 cilvēki. Мало того, mazums bez tā, за этих полгода мигрировало 6865 cilvēki. И даже сегодня, un pat šodien, 1 июля, 1 июня, оставили просто отставили, свое, венкарши, саму, свою землю, саму нажитые землю, места, иедзивы, уже сегодня мигрировало 17 человек. 17 cilvēki. И давайте теперь un tagad, постараемся сложить три цифры, skaitus, которые мы прочитали. Kurus mēs izlasījām. Умерло в этом году, это тоже миграция. Номер šī gadā, tā arī migrācija. Какая разница, кто-то в Англию, а кто-то по ту сторону этой жизни. Пожалуйста, посчитайте 13806, прибавьте 6865 плюс 34, плюс 34 и плюс еще 17, un plus 17, это порядка 20 тысяч cilvēku. На 20 тысяч 20 за полгода сокращается население и без того iedzīvotāji небольшой страны. Jo bez tā nelielajā valstī. Это два города, как Талсы. Tas ir divas pilsētas, kā Talsi. Это таких, как tas ir tādi. Vecumnieki. Vecumnieki. Четыре таких городка, как Vecumnieki. Četras pilsētiņas. А за полгода 20 тысяч. Pusgada laikā 20 tūkstoši. А следующих полгода динамика та же самая. Это 40 тысяч. Ir tādi pati, tas ir 40 тысяч gadā. Мы теряем население. Mēs zaudējam iedzīvotājus. А если расшифровать сейчас bet цифру 13806, я думаю, es domāju, у нас волосы бы стали дыбом. Маты стал по каким saceltos причинам pēc умерло 13806 человек? 13806 за этой цифрой стоят драконы, путь, которые стоят и в родильных отделениях, которые стоят и в школах, skolās, которые обеспечивают наркотрафик. Kuri nodrošina narkotrafikus. И сегодня вопрос, un šodien ir jautājums, народ Божий, Dieva tauta, мы как-то можем изменить kaut kā varam izmainīt эту демографическую кривую, demografisko которая līkni, тянется вниз, kura iet uz leju. Вот эту цифру 13, šo skaitli 13, цифру, skaitli. И кроме этого и всего, visatā, мы еще слышим пропаганду ЛГБТ. Vēl dzirdam ЛГБТ пропаганду. Это что за безумие, tas что за абсурд? Kas pa ārprātu, pa absurdu. В катастрофически сокращающейся по своему населению стране еще пропагандировать ЛГБТ? ЛГБТ? Я считаю, что это uzskatu, национальное самоубийство. Ka tā ir nacionālā pašnāvība. Это то, что хочет tas ir tas, дьявол. Ko grib velns. Но у Бога есть bet совершенно другие цели. Pavisam citi mērķi. И я абсолютно убежден, что если не изменить этой статистики у Латвии, Латвия, нет будущего. Тогда Латвия не унакодна. По 40 тысяч. По 40 тысяч. Года. Просто села исчезают, городки исчезают. Пилсетни спазают. Это что, для беженцев мы готовимся, что ли? Мы с беглием готовимся.
Мы защищаем язык и не защищаем мозги. Это национальная катастрофа. Это национальная катастрофа. Какая разница, на каком языке мы говорим? Вот в таком стремительно сокращающемся сообществе. Да говорите хоть на каком языке. Сегодня в Англии говорят на латышском гораздо больше, чем англичан. Мы должны молиться за свою землю и делать что-то, чтобы дело дьявола разрушить. Давайте помолимся немного. И пусть Дух Святой что-то проговорит каждому из нас, что мы должны сделать, чтобы поменять эти цифры. Драгоценный Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты наш Бог. И я прошу Тебя, посмотри на эти цифры. Господь, останови! Останови, Господь, эту эпидемию! Я прошу, посети наш народ. Посети нашу нацию. Исцели нашу землю. Освободи нас от эгоизма. Измени церковь. Измени сознание праведности. Подними смелых людей, которые бы побеждали смерть. Ему надлежит царствовать, доколе все враги будут положены в подножие ног Его. Последний враг истребится. Смерть. Господь, защити Латвию. Защити наш народ. Защити, Господь, нашу судьбу. Убери нечестивых людей и поставь праведных людей, которые заботились бы об этом народе. Мы нуждаемся в Тебе. То есть вайдзикс мумс. И говорим сегодня. Он всяком шоден. Да придет Царствие Твое. Да будет Твоя воля. Имя Твое пусть светится на этой земле. Просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Амин. 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 И теперь, друзья. Я хотел бы пригласить на сцену. Из гребята Айтинату скатуви. Наших друзей, которые бы могли поделиться тем, как в их персональной судьбе происходили вот эти вот вещи. Понимаете, я один ничего не могу поменять. И ты один ничего не можешь поменять. Но в то же время ты персональная личность, это микро-Латвия. Если ты защитишь жизнь. Где тут если сарга. Я защищу жизнь. Я он защитит жизнь. Я то жизнь. Мы все вместе взяты можем повлиять на этот ход событий. Если двое или трое согласятся. Иисус говорит, будет им от Отца Моего Небесного. Итак, репортаж из родильного отделения. Мы сейчас выслушаем потрясающее свидетельство о том, как планы дьявола, который стоял в родильном отделении, чтобы пожрать младенца. Эти планы были уничтожены и победил Бог, дающий жизнь. Пожалуйста, Василий. Давайте аплодисментами встретим. Ну вот, мы живем в Латвии. Вот сейчас мы видели эти цифры, слышали это слово. Твой опыт, твое отношение к этому. И что ты хотел бы сказать своим свидетельством, пожалуйста? Спасибо, пастор, большое за возможность засвидетельствовать действительно о великом чуде. Вы знаете, о том, что вот сейчас пастор проповедовал, это реально происходит в моей жизни, в моей судьбе. Вы знаете, я родился в прекрасной семье, но это была советская семья, безбожная семья. И я с возрастом стал смотреть, когда стал взрослеть, я стал видеть, что очень интересно происходит. Мой старший брат, любимчик, моя младшая сестра, она вообще ее там на руках носит, а я какой-то неудачный процесс, какой-то неудачный проект. И я смотрю, никакой любви не происходит по отношению ко мне. И я расту с этим. И вы знаете, когда я стал уже повзрослее, я встретил свою судьбу, свою жену. Кстати, извините, ее сегодня не будет, она не выйдет. Я пришел сюда с доказательством
со своими детьми. Вот. И вы знаете, когда мы гуляли в романтике, в любовной, наслаждались друг другом, присутствием, общением, мы стали сверять друг с другом, ну, какие-то, что происходит в наших семьях. И вы знаете, у нее то же самое. Она тоже нелюбимый ребенок, она какой-то тоже странный какой-то ребенок в ее семье. И вот мы женились. И вот у нас родился старший сын. Я попрошу, выйди на сцену. Вот, это мой старший сын. Эдвард, ему сейчас 24 года. И вы знаете, мы пришли к Господу все троем. Я, моя жена и мой старший сын. И мы покаялись, мы приняли Господа, и Господь благословил нас. Вы знаете, и со временем, когда мы стали жить христианской жизнью, когда мы слушали проповеди, когда мы хотели уже еще ребенка, мы стали смотреть на свою семью и видим, что наше мировоззрение меняется. Раньше, когда я был в проклятии, в своей семье, и моя жена тоже, мы соединились, и мы сказали, нет, у нас будет один ребенок. Я не хочу, чтобы у меня был любимый, нелюбимый, какой-то ненужный, какой-то третий, восьмой. У меня будет один. Вот моя философия такая была. И у моей жены точно так само. Она говорит, нет, мы будем смотреть на него, у нас будет один, мы его будем любить. Вот она на него смотрит, я, и вот наша семья такая будет прекрасная, благословенная. Но когда пришел Христос, когда мы пережили любовь Божью, когда мы пережили присутствие Божье, и когда мы стали видеть, что как-то мало что-то, у нас один, нам будет не хватать. Все почему? Потому что мы захотели распространяться, и вы знаете, мы захотели ребенка. Мы действительно захотели еще одного члена семьи. И вы знаете, ничего не происходило, никак не получалось. По той причине, что просто вот печать какая-то, просто запечатанная наша семейная вот жизнь. И вы знаете, ничего не происходило. Никак не получалось. Мы пошли, конечно же, сразу же к врачам, стали проверять, а что такое, как, чего. Врач говорит, девочка, моей жене, говорит, девочка, вы бесплодная. По всем этим гинекологическим вопросам, там спайки, вы не можете оплодотвориться. Все, до свидания. 24 или 25, все, вы не можете. Представляете, да, молодая семья, и ничего не будет, второго ребенка у нас не будет. Ну, мы возревновали, мы, конечно, молились, мы искали Бога, и вот мы уже как год в церкви, мы хотим ребенка, и никак. И у нас конференция, ноябрьская конференция, и на конференции пастор Мадабука проповедует и останавливается во время проповеди и говорит, здесь есть женщина, которая не может забеременеть. Я чувствую, выходи сюда, и моя жена рванула первая. Представляете, вышла вперед, и пастор Мадабука стал молиться за нее. Ну и, конечно, вышли другие женщины, все было молитва, все было прекрасно. И через пару недель, конечно, мы забеременели, и через 9 месяцев родился у нас ребенок. Второй, выходи. Он родился 12 сентября. 11 сентября упали в Америке башни, а 12-го он родился. Это мой второй сын. Вы знаете... Проходит время, между ними, кстати, 7 лет. Проходит время, еще большой, большой срок, тоже 7 лет, мы хотим еще ребенка. Вы знаете эти проповеди, мы живем в этом благословении, в служении, домашние группы, мы хотим еще. И вы знаете, мы возжелали еще человечка. У нас не происходит, никак не получается. Вот смешно, не смешно, и никак, представляете? Мы туда-сюда, мы опять начали что-то, какие-то врачи, и ничего не происходит, ничего не может помочь. Происходит конференция. Приезжает Мадабука. И вы знаете, реально. Ну, моя жена пошла другим путем. Моя жена собрала жертву. И когда была особенная молитва за финансы, Мадабука провозгласил, у кого есть какие-то нужды нерешающие, принеси Богу жертву, положи к ногам апостола. Моя жена выбежала вперед. У нее была своя, отделенная, спрятанная от меня. До сих пор не спрашиваю, сколько. Жертва. И она вышла и положила к ногам апостола. И он помолился за нее. Выходи вперед.
У меня родился 1 сентября сын. Артур. Это мои пацаны. Моя гордость. Это мой успех. Благодаря Господу Иисусу Христу. Только Он дает. Он открывает чрево. Он благословляет. И моя семья в благословении. Это мои физические сыновья. Я хочу вам рассказать еще маленький кусочек. Пожалуйста. Моя сестра влюбилась и уехала в другой город. И вы знаете, мужчина предал ее, когда узнал, что она беременна. И она, опустив руки, приехала ко мне домой, узнав, что у нее месяц беременности. И она сказала, я убью его, я не хочу его. Он сломал мне всю жизнь, и у меня не будет. Вы знаете, я сделал простой и очень такой, ну, я так понимаю, это было от Бога решение. Я сказал, роди и убирайся. Роди мне ребенка своего, я его воспитаю, он будет мой, и убирайся. Ну, конечно же, со временем, когда рос животик, она жила у меня дома, рос животик, и она, конечно же, влюблялась в своего дитя. И в итоге, конечно же, она родила. Жанник, выходи. И это мой племянник. Это мое благословение, это мой духовный сын. Так что дерзайте, просите у Бога. Если есть у кого-то неразрешенные какие-то вопросы, если есть какие-то тупиковые ситуации, попробуйте. Может быть, через жертву, может быть, через молитву, через посты. Не оставайтесь равнодушными. Молитесь друг за друга. Молитесь на собраниях, молитесь на ячейках. Молитесь во все времена, когда это можно. Вы знаете, Бог отвечает. Бог отвечает. Я свидетель. Посмотрите. Это свидетельство. У моей сестры сейчас все нормально, у нее муж, у нее еще двое девочек родилось. Все прекрасно. Он живет не у меня, он живет у своей мамочки. Все прекрасно. Не думайте, что я как отчим. Нет, все прекрасно. Поэтому спасибо большое. Спасибо Богу и вам за ваши молитвы, за каждое свидетельство, которое вы говорите. Это толчок для действия. Спасибо большое. Спасибо. Я не знаю, я восхищен. Давайте подарим большие аплодисменты. Мне кажется, у Латвии есть будущее до тех пор, пока на этой земле живут вот такие благородные мужчины и женщины. Ну посмотрите, а против каждого из них мог стоять дракон, но в этом доме и в этом семействе дьявол проиграл. А Господь выиграл. Да будет благословена ваша семья, родство. Молодцы. Вы любите? Ты любишь? Да. Сильно? Да. А ты? Да. А меня любишь? Да. Мы с ним это... И с тобой тоже. Тебя как зовут? Артур. Артур Пирожков? Ну, где-то так. Я знаю, я восхищен. Подожди, вы хотите что-то вручить? Пожалуйста. Это вам на ужин конфеты. Все, большие аплодисменты. Провожаем. Василий, огромное спасибо. Это великолепно. А ну-ка еще раз вынесите, пожалуйста, статистику. Статистику вынесите, пожалуйста. Счетчик. Мужского населения добавилось. Видите, да? Там было 46, уже 47%. Я думаю, еще пару таких парней, и статистика вообще будет меняться. Василий, ну просто великолепное свидетельство. Это на самом деле вызов многим людям. Знаете почему? Многие женщины делают аборт не потому, что это их желание, потому что глупые, ограниченные, жесткие, непродуманные требования мужчины, или я, или ребенок, эта женщина против своего желания делает. Поэтому ответственность очень часто вот на этих абортах, это не женское дело. Поэтому,
Поэтому молодец, молодец, что ты помог родиться такому прекрасному человечику. Окей, следующий у нас музыкальный номер. Пожалуйста. Оба, у нас, вы знаете, профессиональные дары, они просто развиваются. Давайте аплодисментами встречаем. Звезда Евровидения. Следующий номер. Скрипки? Это я, что ли, должен? Я очень извиняюсь здесь. Пауза, да? Как? Давайте, выходите. Эти вопросы технически здесь решаются. Выходите. Смелее. Эммануил, что значит «с нами Бог». Это нужный микрофон. Очень хорошо. Tonight, my footprint to be seen. Дрою мы десалите, матрасе слабо тужо. Да уйдешь, хуцо уйдешь, тум ган слип ин ми. Хэта ми те охойт, вин дестоп ди. Ари но, мама но, сога там сери но йо. Либре сой, либре сой, либертат за уэлта. Footprint to be seen. Дрою мы десалите, матрасе слабо тужо. Да уйдешь, хуцо уйдешь, тум ган слип ин ми. Хэта ми те охойт, вин дестоп ди. Ари но, мама но, сога там сери но йо. Либре сой, либре сой, либертат за уэлта трас. Мороз и лед, то, что
da mi se rino Jo libre soy, libre soy, libertad se me odotro Let it go Žitskim brunetin kesh nishta Žitskim brunetin kesh mishta Kje jon sa zorka ne zive menu a jek Let it go Žitskim brunetin kesh nishta Arino mama nosu ga da mi se rino Jo libre soy, libre soy, libertad se me odotro Let it go Žitskim brunetin kesh mishta Kje jon sa zorka ne zive menu a jek Let it go Языке ты сейчас все это пела? Ну, это было на 25 языках, каждая строчка на своем языке. Вот теперь, пожалуйста, оцените. На 25 языках, а ты на каком говоришь? Только на русском, да? А как ты это выучила все? Ну, не знаю, с музыкой это было легче. А ты по жизни разговариваешь на каком-то из этих 25? На русском, на английском. На английском, да? Be blessed. Thank you very much. See you again. Большие аплодисменты. Огромное спасибо. Я слушаю, не пойму, что за язык, зачем русский написано. Оказывается, вот что. Это очень здорово. Это новое поколение. Новейшее поколение. А теперь, друзья, еще одно свидетельство. Пожалуйста, Олег. Мы приглашаем. Большие аплодисменты. Очень рад. У Олега потрясающее свидетельство, потому что над рождением его сына нависала точно такая же угроза. Иногда требование сделать аборт происходит от близких, родных, иногда это звучит со стороны врачей. И попробуй сдать этот экзамен, но они сдали. Пожалуйста. Спасибо большое. Доброе утро, церковь. Меня зовут Олег. Многие меня, наверное, помнят здесь как Байблмена. Да? Я на самом деле им и являюсь до сих пор. Так что, если что, обращайтесь. Я очень хочу поделиться тем чудом, которое произошло в нашей семье за последний год. Жена моя здесь, они чуть-чуть попозже выйдут. И мы это чудо покажем. Все началось почти 14 лет назад, когда мы поженились со своей женой Леной и договорились, что у нас будет два своих обязательно, и обязательно мы возьмем третьего, усыновим. Это будет наша такая любимая троица. Вот. И в 2010 году у нас рождается моя первая дочь Алиса. Ей уже сейчас 8 лет, и мы радостны. Через какое-то время мы горим желанием, ну и значит, приступаем ко второму. Но идет время, у нас ничего не получается. Я над этим вопросом работаю, делаю все правильно, но у нас ничего не получается. И знаете, в прошлом году, когда уже прошло уже пару лет, как мы работали над этим вопросом, мы подумали, что, значит, пришло время, мы можем пойти и начать всю этот процесс адаптации. Мы пошли в Сиротский суд, подали все документы, там это все дело началось долго идти, пока мы там справку одну, другую, третью. И в мае прошлого года
происходит суд, на котором решение в нашу пользу, говорят, все, вы получаете статус. Мы становимся в очередь, очередь большая на детей, мы решили, что мы до 4 лет хотим взять ребенка, и нам сказали, минимум 2-3 года вам точно надо будет стоять в очередь. Мы говорим, окей, хорошо, но вам нужно будет пойти, пройти курсы еще. И все лето, каждые выходные мы ходили на курсы. И вот в конце лета эти курсы заканчиваются, нам дают красивый диплом, мол, мы его закончили. И в начале сентября приходит нам сообщение от этой белой полоски с двумя этими черточками, мол, поздравляем, у вас ребенок. Мы обрадовались, и ура, через 9 месяцев будет наш, мы родим ребенка. И идет первый, второй, третий, и приходит 4 месяц. Нас направляют с анализами в роддом. Мы приходим в роддом, и в роддоме врач нам сообщает, что анализы не очень хорошие, то есть плохие, и аборт будет являться тем инструментом, который вас избавит от всех последствий. Это было как ведро воды холодной, и в этот момент моментально нам нужно было сделать какое-то решение. И я расскажу еще пару моментов, которые произошли в этот день. Перед тем, как моя жена зашла к доктору в кабинет, младенец в ее животе, он начал биться очень сильно. Он не бился так ни до родов, ни до этого момента, ни после этого. Но он начал биться очень сильно. И для нас это было тоже как сигналом того, что что-то тут подозрительное. Вот. И мы приняли решение о том, что мы будем рожать. Мы отказываемся от всех последующих анализов. Нас хотели отправить к генетику, брать вот эти вот околоплодные воды. Но все, что сказали, что при любом раскладе мы будем рожать. И, по сути, врачи отдали жизнь этого ребенка нам в руки. То есть у нас было два пути – делать аборт, либо рожать самим. И мы приняли такое решение, что мы будем стоять и рожать. И в этот момент пришел такой импульс о том, что все будет хорошо. И в сердце стало легко. Но тут в голове начался шум, очень большой шум, о том, что разные мысли начали приходить. И мы с Леной договорились о том, что мы об этом не будем говорить никому. Ни близким друзьям, ни даже родственникам. Никто об этом не знал. Знали только я и Лена. И с ней мы тоже договорились, что все у нас будет хорошо, эту тему мы не будем поднимать. У нас все будет хорошо. Я сейчас постараюсь так собрать те мысли и чувствования в тот момент, да, в тот период, которые происходили во мне внутри, и так коротко рассказать о них. В тот момент у нас опять же было два пути. Первое – это, грубо говоря, прийти в колокольню, взять все веревки от всех колоколов и начать звенеть и говорить, что ребята, всем рассказать о том, что, представляете, доктор с высшим медицинским образованием сообщил нам такую пренеприятнейшую весть, и нам сказали вот так вот, помогите, кто чем может. Либо мы слушаем вот тот импульс, который пришел о том, что у нас все будет хорошо. С какого
с какой стати у нас может быть что-то не так. И стоять на этом. Мы выбрали, опять же, вот этот второй путь. И у этого пути тоже было два пути. Первое – это допустить те мысли о том, что с ребенком может быть что-то не то, и все, что нам наговорили, вот это крутить вот здесь вот в голове, либо полностью отказаться от этих мыслей и стоять на том, что все будет хорошо, что в мае, в начале мая у нас родится абсолютно здоровый ребенок. И он родится обязательно. И мы... Я так сделал. И мы стояли на этом, и сказать честно, 5 месяцев — это декабрь, январь, февраль, март, апрель и май, они были, так грубо говоря, не особо-то и простыми, они были довольно тяжелыми, потому что нужно было стоять между этим драконом и этим младенцем, который в животе у жены. И все, что нужно было делать, это просто стоять и не позволять вот этому вот этому всему негативу, который стрелял тебе в голову, допускать этого. И вот в этом состоянии, когда ты пребываешь, то ты ищешь разные методы, как от этого, как от этих мыслей отбиться и от... и их отсечь. Потому что в сердце мы понимали, что все должно быть по-любому и никак, и ничего плохого не должно случиться. Он у нас родится, и все будет хорошо. И вот эта мысль о том, что все будет хорошо, она дарила как бы нам такой мир в сердце, и мы продолжали Лена продолжала выхаживать ребенка, и мы ждали этого момента. И знаете, я один из способов у меня был, я знал, вот верой шел к тому, что в начале мая он обязательно родится, а знаете, в Риге каждый год проходят большие эти марафоны, и я решил, что 20 мая я в честь... праздника этого, о том, что у нас все будет хорошо, я пробегу этот марафон. Я начал готовиться. Я начал готовиться, тренироваться каждый день, бегать эти большие дистанции и тем самым себя подготавливать к этому моменту. И приближался вот этот вот день родов. Приближался он уже стремительно. И вот у нас с Алисой было кесарево экстренное. И с этим малышом у нас тоже было запланировано уже кесарево. Но произошло так, что схватки начались сами у Лены естественным путем. И мы... подумали, ну и врач сказал, что ну, если сами начались, вы можете сами рожать. И начались эти схватки. Я присутствовал уже в родовой палате, мы сидели, ну я сидел, у Лены были схватки эти, сильнее, сильнее, сильнее. И знаете, до последнего разные мысли приходили. И в один момент приходит врач, это уже буквально чуть-чуть до родов, приходит врач, открывает ее, она уже не помнит этого, но я это очень четко запомнил. Она открыла эту всю историю ее беременности и смотрит и говорит, а так у вас же тут что-то было не в порядке. Вы делали то-то и то-то, то-то и то-то? Я говорю, нет, мы не делали, мы от всего отказались. Она странная. И знаете, вот эти вот мысли о том, что вот-вот, сейчас родится ребенок, о том, что с ним что-то может быть не то, они постоянно летели. И вы знаете, в один момент врач сказала, все, извините, там что-то останавливается, мы экстренно везем опять на кесарево. Ее увозят на кесарево, и в этот момент я остаюсь один в палате. Я остался где-то на минут 10-15. И в этот момент у меня случился такой вакуум.
я как будто остался один, без мыслей, без всего. Я не мог ни поговорить, я все, что делал, я просто ходил. Как зашла какая-то медсестра, что-то спросила, я не смог ничего ответить. И я понимал, что через какое-то время придет медсестра и должна принести ребенка. И я его очень ждал. Я его очень ждал и верил в том, что будет все хорошо. И через минут 15 я слышу, идут шаги, она несет. Она несет, принесла, положила на стол, раскрыла. И первое, что она сказала, ребенок абсолютно здоров. И знаете, там есть эти шкалы все. Ему дали 9 баллов. Он абсолютно здоровый. И это была радость, после которой я тоже не мог ничего говорить. Она меня спрашивает что-то, я не могу не сказать, потому что я был настолько рад, что все у нас закончилось благополучно. И вот этот вот момент, когда ты выбираешь. По сути, тебе дали в руки жизнь ребенка, что когда мне потом говорят, что вы такие сильные, вы молодцы, сильные духом, я говорю, наверное, но самое важное, что произошло, наверное, это какой я сильный, я могу рассказать, какой я сильный. Знаете, сейчас все за ЗОЖ, и каждую неделю, знаете, я пытаюсь начать с того, что я начинаю эту здоровую неделю питания и всего. Но если в холодильнике у меня оказывается тортик целовиня, то она до утра не доживет. Это я про силу своего духа. Я его съем обязательно до утра. Вот. Но что помогло мне, знаете, это, наверное, чувствования отцовские и материнские, которые приходят свыше. Потому что ты понимаешь, что это ребенок, который дал тебе Бог. И ты должен его удержать, не дать ему погибнуть. И это полностью твоя ответственность. И вот когда эти чувствования пришли, я понимал, что я в ответе. И я должен стоять между этим драконом и между этим ребенком. И не допускать того, чтобы он что-то с ним сделал. Вот, и, наверное, я бы все заменил двумя словосочетаниями, все, что я до этого сказал, не оставлю и не покину. А эти чувствования дает только Бог. Поэтому, если есть такая проблема, если ты на пути такой, то знай, что все будет хорошо. Бог дает ребенка, Бог дает жизнь, и Он поможет тебе, сверх меры не даст. Он поможет тебе пройти. И сейчас я хочу пригласить и показать, что на самом деле все это реально. Все это реально. Вот он, самый настоящий, назвали Кирилл. Это моя дочь и жена Лена. Вот. И я счастлив. Спасибо большое. Кирилл, привет. Как тебе живется в этом мире? Он говорит, все круто. Принцесса, поздравляю тебя. Ты ждала его? А ты молилась, да? Видите, по ее молитвам. У папы столько мужества было. Спасибо. Ну а ты, принцесса, спасибо тебе. Я иногда вот слушаю, Олег, огромное спасибо за такое свидетельство. На самом деле, смотрю на тебя, как на Сергея Леонова, этого, помните, у нас пастор приезжал. Что ради
любимого ребенка нельзя же даже марафон 42 километра пробежать. Подумайте только, а? Это сила воли. Торт – это ерунда. Попробуй 42 километра пробежать. Я умоляю, кто-то там хоть 5 тортов тебе прощается, если ты 42 пробежал. Я слушал, друзья, каким на самом деле тернистым путем приходится идти для того, чтобы победить. Вы победили дьявола. Вы победили этого дракона. И в судьбе этих детей вы еще увидите такую, такую Божью программу, что будете удивляться, вы даже не знаете, кто у вас на руках. Это будут великие люди. Но что, какой ценой приходят в жизнь, это на самом деле определяется калибр личности и великой божественной программы. Спасибо вам огромное. Вы большие молодцы. И до тех пор, пока вот такие люди живут в Латвии, у нее есть будущее. Олег, огромное спасибо. Еще раз, благословение. Чуть-чуть про марафон расскажу. Я же его пробежал. Я бежал, я знал, что будет финиш. И на финише я точно... А, цветы мамочки, да. Мамочки на марафон. И конфетки там еще. И я знал, что будет финиш, и на этом финише это моя личная победа будет. Спасибо. Моя личная победа будет ради вот этого чуда. И знаете, когда я бежал, я сделал себе майку еще. Я сделал всем, и на спине я сделал надпись. Моя жена родила мне сына 48 сантиметров и 4 килограмма, а я рожаю марафон 42 километра 195 метров. И с этой майкой я бежал, и все хлопали мне и говорили: чувак, ты молодец. Я говорю: я знаю. И знаете, в один момент меня догнала девушка и такая бежит и говорит: ну как роды? Я говорю: ну мне легче, чем моей жене. Она говорит: а эпидуралку не надо? Я говорю: нет, у меня уже 10 сантиметров открытия, я скоро рожу, поэтому все в порядке. И я пробежал, я когда пробежал эту финишную прямую, я так рад был, что месяц май был самым удачным у меня в этом году. Спасибо, Олег, еще раз. Это на самом деле вызов для мужчин, для многих мужчин. Потому что человек, владеющий собою, он больше завоевателя города. Итак, друзья, репортаж из родильного отделения продолжается. И эту программу продолжают наши танцоры. Пожалуйста, встречайте. Thank you.
Браво. Настя, не убегай, не убегай. Вот расскажи, про что ты сейчас танцевала? Это что означало? Это не была родильная палата? Нет. Нет. А что это было? Вообще, эта песня называется «Время». Угу. Я танц... Я танцевала «Мое время, моя жизнь». Угу. То, что в жизни бывает очень много проблем. И как, вот как я их всех проходила, проходила. И когда вот началась эта вот быстрая музыка, это вот то, что я вот, ну, вырываюсь из них всех. Да, да. И вот прохожу, и мне хорошо. Ой, огромное спасибо. По-моему, получилось блестяще, а? Давайте подарим большие аплодисменты. Поздравления! Хорошо. Итак, а теперь, друзья, репортаж из родильного отделения меняется сторонами. До этого мы слышали свидетельство со стороны пациентов. А теперь на сцену выйдет профессиональный акушер, который принял роды, я думаю, не одной сотни женщин, даже из нашей церкви за столь продолжительное время. И я думаю, теперь свидетельство о том, каким драматическим событием подчас являются вот эти муки, это рождение детей, об этом расскажет, пожалуйста, уважаемая сестра Татьяна. Давайте поаплодируем и встретим. Вот посмотрите на эту женщину. На ее глазах так много происходило. Как однажды в Библии написано, Бог пророку сказал Елисею, приди к истоку воды и брось туда соли, и чтобы весь поток в реке был здоровым. Я не знаю, в мою бытность нас в родильное отделение не пускали. Мне не довелось быть ни разу в родильном отделении, когда рождались мои три дочери. Я бы, конечно, был с удовольствием. А вот сколько вы лет работаете акушером? Я работаю в роддоме 47 лет. Секундочку. Это не ее возраст, это стаж работы в роддоме 47 лет. Как вы думаете, какое количество рожденных детей за этот срок приблизительно, ну, по самым общим подсчетам, вам пришлось увидеть? Это 100 тысяч, 10 тысяч? Не, ну просто вот на ваших глазах, да. Очень много. Это идет за 100 тысяч даже. Мы можем вот такую вот цифру эту демографическую в Латвии поменять? Можем. А вот теперь расскажите. Вот вы сейчас слышали свидетельство Олега. Вы слышали свидетельство Василия. И я думаю, что вы как профессионал могли оценивать их психологическое настроение, страхи. И, может быть, даже шансы сделать какую-то роковую ошибку. Но они поступили правильно. Что вот на вашем веку и вашем опыте пришлось увидеть с позиции того, где побеждал дьявол, а где побеждал Господь? Где люди рождались, а где все-таки они оказались жертвами неверия или невежества? Пожалуйста, ваш взгляд. Спасибо. Работаю я 47 лет, я еще работаю в роддоме, 20 лет из них я с Богом. Прекраснейшие свидетельства, прекраснейшая молодежь у нас в церкви, я очень рада. Но к чему меня привели эти два свидетельства? Потому что те свидетельства, которые хочу сказать я, они продолжаются. Ваша вера в Бога, ваше упование на Бога и ваша вера в Слово Божье, оно дало вам плод. Потому что, пройдя эти испытания, это очень тяжело. Я объясню, почему. 25 лет быть как духовной акушеркой и одновременно профессиональной, они идут рука об руку, это очень тяжело. Мы, как врачи, видя анализы, видя исследования, говорим, прекращайте аборт. Скорее всего, то, что тут свидетельствовали, была генетическая проблема, которую врач и сказал, делайте аборт. Но когда Бог с вами, я работала очень много, где-то 50 или 50 пар верующих семей,
И когда Бог с вами, происходят чудеса. Но тут идет нападки дьявола. Я не говорю, что он уничтожает, а нападки дьявола. И испытывается ваша вера, насколько вы уповаете на Слово. И когда вы верите, уповаете, смиряетесь, исполняете Слово, то вы получаете плод, над которым вы молились. У меня в жизни была такая ситуация, что рожала моя родственница вторыми родами, и мы боялись последствий в третьем периоде. Процесс родов проходит 3 периода. И мы уже готовились к этому. Она поступила рожать, и мы уже как бы молились. Уже я даже не понимала этих вещей. И я, когда начала принимать роды, в это время у меня приходит мысль, все ли будет в порядке. Бог говорит, не бойся, я с тобой. И с левой стороны стоит Иисус. Почему? Потому что ее свекровь молилась за нее каждый день. Поэтому, как пастор Карвельма говорит, молитесь за своих близких, молитесь за своих детей каждый день. Мы родили прекрасного ребенка, сразу позвонили анестезиологам, и третий период был своевременно, как говорится, ликвидирован, и все закончилось благополучно. Вторая пара, с которой я работала, это опять говорится о вере и уповании на Бога. Вторая пара, которая рожала у меня, там была такая сложность, что вот уже ребенок должен родиться, началось меняться сердцебиение, то есть замедляться работа сердца, чтобы им было понятнее. И уже было безвыходное положение, мы могли не кисерить, уже нет, ребенок глубоко, и не вытащить его. И в это время у меня внутри... Моя вера тоже, как акушерки, испытывается, не только вас, как родители, потому что я стою у истоков, я несу ответственность за две жизни, за мать и за ребенка. И я стою в смятении и думаю, что такое, как поступить? И тут идет слово Исаия, 66 глава, 7 по 9 стих. «Не я ли доведу роды, не я ли открою утробу матери, и не я ли дам силы родить?» И когда... Он сказал мне, соберись, я передаю маме. Мама, соберись, и начинаем. И когда мы вытужили, то было 4-кратное обвитие пуповины вокруг шеи, тугое. Сама пуповина была обвита туго, и ребенок мог погибнуть. Это опять дьявол и ваша вера. Но слава Богу, что муж молился. Я тоже там на языках, в разуме. У меня в основном битва идет в разуме, потому что я не могу говорить. Открыто, да, мы молились. Тут же ребенок был посвящен Богу. Тут же ребенок был посвящен Богу, я делаю акцент. И третьи роды, это уже как бы история, но она была, вот подтверждение вот этих двух свидетельств, я расскажу. С 31 декабря на 1 января, после прекрасного служения, то, что тут прошло, поступает ко мне одна пара с церкви нашей. Мы начали рожать. Все шло прекрасно, идеально. Мы помолились опять на основании Исаии 66, призывали кровь Иисуса, все, чтобы все было благополучно. Я вообще имею честь и привилегию участвовать в природах, в семье. И когда ты молишься Богу, то Бог объединяет нас, как бы нитка, скрученная втрое. Мы работаем одновременно. Но когда начался рождаться ребенок, что-то рождалось непонятное вместе с ним. Конечно, я испугалась, но мама это вид не подавала. И мы рожаем. Муж это увидел, он сразу начал молиться. Он первый увидел, но я не поняла, потому что когда ты работаешь, принимаешь ребенка, ты занимаешься профессионально. И в это время, когда ребенок рождался, я надеюсь, тут беременных женщин нет, чтобы их не испугать. То есть родился ребенок с пупочной грыжей, кишечник вышел весь наружу. И в это время он успокаивает свою жену. Я делаю свою профессиональную работу, он молится. Но что здесь? Я почему это акцент делаю? Как Бог поступает в экстремальных ситуациях, как Он сразу отвечает, и как Он отвечает на молитвы по вере нашей. Мы вызвали анестезиолога нашего, он сразу репонировал этот кишечник, что такое репонация, обкладывает влажным стерильным салфеткам, чтобы кишечник не высох. В этот же момент мы взяли молитву ходатайственную, да, вот роль акушерки вместе с этой парой. А наш врач-анестезиолог созвонился уже с детской клинической больницы, где работал верующий врач-хирург. И этого девочку, которая у нас родилась, мы сразу отправили на операцию.
Но продолжительность акушерки не заканчивается тем, что вот я приняла. Мы молимся дальше. В это время муж этой жены звонит нашему пастору, и я хочу акцентировать, уважайте нашего пастора, потому что мне безразлична судьба наших, то есть членов церкви. Он за каждого волнуется, за каждого болеет. Мы дозвонились, он подключился к молитве, потом там еще пастора дозвонились, подключились, потом молилась церковь. И вот здесь идет вера. Я еще раз хочу акцентировать вот тех предыдущих свидетельств. Он болел язвой желудка, он посты не брал, но тут он взял пост. И на каждое служение он приносил одежду, я это видела, малыша, и пастор возлагал руки и молился. Врачи сказали, понимаете, мы врачи как специалисты профессионально говорим то, что нас учили, и то, что видим мы как профессионалы. Но я смотрю на эту ситуацию как Божий человек, то, что говорит Бог об этом. И сказали, что вот ее ситуация, этой девочки, будет восстанавливаться, если не будет осложнения, в течение 4-5 недель. Ей ушили, конечно, грыжу, там еще у нее поджелудочная железа, там она стоит на вилочках вот таких двух, там одна ножка была, тоже не сросшаяся, ее все сделали. Операция прошла успешно, а восстановление у нее восстановилось в течение 3 недель. Но здесь было очень, это вся слава Богу. Я воздаю только славу Богу, потому что дивные дела. Я хвалю всеми, потому что Божьи дела, они дивные. Вот, и тут было очень важно мамино молоко. И мы работали с мамочкой, сцеживали, помогали, разрабатывали, на всякое шло. Но чтобы дождаться этого молока. Девочке это сейчас 18 лет, прекрасная, красивая. Вот этот путь вера. Да, смирение перед Богом, упование на Бога проходили именно родители. Поэтому очень важно знать Слово Божие, очень важно верить, не сомневаться, а верить, потому что и уповать на Бога, потому что каждый ответ идет в свое время. Да? И я очень благодарна, что у нас есть церковь, что у нас есть идущие впереди. Я очень благодарна пастору, это мой духовный отец вместе с пастором Ольгой. Да, и церковь для меня не просто я пришла, посидела, ушла. Церковь для меня – это цель, истина и жизнь. Здесь я возрастаю, здесь я получаю обетование, здесь я получаю откровение, здесь я получаю подтверждение. Даже у меня есть сомнения, даже я теряюсь. Иногда бывает, что именно роженица меня поддерживает в вере, да, что если я вдруг сомневаюсь. Но этот путь с Богом, да, проходит. И что еще я могу сказать? Если без Бога женщина труднее, болезненной, то верующая женщина покамест чухается, покамест думает, что вот сейчас что-то будет, она уже родила. Так что любите Иисуса, любите церковь и чтите идущих впереди. Спасибо. Хорошо, у меня вопрос. Пожалуйста. Скажите. А вот в каждом же роддоме есть один такой корпус, где делаются аборты. А много ли врачей работает там, где делают аборты? И насколько врачи, ну как бы в гармонии вот с этим профессиональным долгом? Или это уже как бизнес, и там ну такие тонкие материи не рассматриваются? Нет, это рассматривается. Я против абортов, я больше не помогаю. Есть врачи, которые отказываются, из-за этого они теряют работу или они меняют профессию вообще. А насколько в Латвии жестко защищена практика абортов? Я слышал, нет, что она легализирована, наоборот. Пару лет назад где-то в Алмере врачи отказались вообще вот заниматься этим. Естественно, они получили какие-то ограничения. Как в этом плане? Жестко или мягко? Ваш выбор уважается или нет? Если я отказываюсь, да. Если я это говорю женщине, это естественно. Но если я говорю на уровне, скажем, администрации, вот на уровне, да, этот вопрос вообще не решается. Потому что если наше государство легализовало, значит, аборт можно делать. И очень важно все-таки рекламировать молодым девушкам и говорить, что такое аборт. Аборт – это убийство, за которое она платит, начнем с этого.
И аборт – это излияние крови, которое идет на мои руки, как специалиста. А если я приношу свою семью, это на семью, на нашу нацию, идет рост болезней онкологических, как среди женщин, так и среди мужчин. Поэтому и аборт, что еще? Самое главное, может быть, это вы поймете. Аборт – это дар от, прервать беременность – это идет дар от Бога, ребенок. Это сам Бог внутри вас заложен, в котором есть судьба, в котором есть жизнь. И если я прерываю беременность, я прерываю волю Божью. Я прерывала плод, который Бог вложил в мою утробу матери. И когда рождается ребенок, именно родители верующие вообще, они вкладывают истину, они, которые неверующие. Потому что каждое слово, которое мы говорим или проклинаем, оно записывается в книгу жизни ребенка и начинает действовать. Это особенно, будем честны, проявляется среди медиков, среди учителей, да, среди обслуживающей сферы. Поэтому не критикуйте человека, даже если он или выпил, или он не так одет. Это мой адрес тоже, я учусь в этом. Да, мы не знаем корни этой ситуации, почему с человеком происходит. И я очень рада, что, чему, что у нас все-таки есть мужчины, хотя я очень скептически была, да, которые берут ответственность за свою семью. Мало у нас таких мужчин. Женщина не хочет делать аборт. Я сразу могу это сказать. Ей больно и физически, и психологически, и эмоционально. И другой раз бывает так, что женщина страдает это очень долго. Конечно. Ой, огромное спасибо вам за такое свидетельство. Пусть Бог сохранит вас и даст вам много-много мудрости. Я так вам благодарен. А скажите, из нового поколения приблизительно количество рожденных, которых... 55 семей. 55. Специально, да, 55 семей. Рожать надо больше, пока молодые и красивые. Амин. Амин, я согласен. Амин. Все, свидетельство двоих истина. Спасибо, Татьяна. Благословение вам. Так, друзья, и последний номер сейчас нашей программы. Это называется заключительный номер из репортажа из родильной палаты. Бегом, бегом. Boom. Big Shaq. Не ссорьтесь, давайте жить дружно. One, two,
Фри Фора. Иисус мой супергерой, моя звезда, мой лучший друг. Иисус мой супергерой, моя звезда, мой лучший друг. Лучший Спайдермен. Лучший Супермен. Лучший Бэтмен. Лучше всех. Бог меня возлюбил, и хотя я согрешил, за меня Иисус жизнь заплатил, и теперь жить для Него я решил. Бог меня возлюбил, и хотя я согрешил, за меня Иисус жизнь заплатил, и теперь жить для Него я решил. Иисус мой супергерой, моя звезда, мой лучший друг. Иисус мой супергерой, моя звезда, мой лучший друг. Он один, кто создал солнце, он один луну поставил сиять. Он один, кто создал звезды небеса. Он один, кто создал птицы, он один творит мечты во мне. Он один, кто дарит счастье. Иисус мой супергерой, моя звезда, мой лучший друг. 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 Браво! Цветы в студию! Аплодисменты! Молодцы! А вы не уходите, не уходите! Давайте поаплодируем и вручим. Какие вы молодцы! Спасибо. Молодой человек, веселее пой. Веселей. Ты тоже веселей пой. О, ты тоже веселей. Привет. Как тебя зовут тебя? Лилиана. Лиана? Лилиана. Ты любишь петь или танцевать? Петь. Петь, спой что-нибудь. Давай вдвоем. Нет. И тут мой табарима. Ну ладно, я понимаю, что дуэт плохой. А тебя как зовут? Вероника. Вероника, поешь, танцуешь? Танцую. Ну-ка, давай станцуем что-нибудь. Ну ладно. Друзья мои, перед нами новейшее поколение. И в каждом из этих девочек и мальчиков великая судьба. Они сами еще не догадываются, кем они станут. Однажды каждый из нас был вот таким вот. Упрямым, капризным, непонятным. Я вообще на сцену боялся выходить. И вряд ли кто бы догадывался, что и получится из этого. Давайте сейчас помолимся, чтобы та судьба, которую Бог определил для каждого из них, давайте кучнее встаньте, чтобы Бог ее исполнил. Потому что на самом деле дьявол продолжает атаковать не только беременных женщин, не только тех, кто рождается в родильной палате. Я думаю, что фараон говорит: вы идите, а дети пусть останутся. Но мы говорим: нет. Давайте мы встанем. Первый ряд, пожалуйста, поднимайте сюда, и давайте будем благословлять и молиться. Аллилуйя, сингла мари больгу, бреса пену лан ямба. Мы просим Тебя, драгоценный Дух Святой, открой, Господь, для каждого из них Твою судьбу.
Мы сегодня говорим, что это наследие Твое. И мы говорим, я и дом мой, мы будем служить Господу. Я прошу Тебя, судьба, которую Ты вложил в каждого из них, пусть будет благословенной, успешной. Я прошу Тебя, пусть они будут здоровыми, послушными. Я призываю кровь Иисуса Христа над каждым из них. И прошу Тебя, пусть они познают Тебя лично. Пусть однажды они встретятся с Тобой. И пусть однажды, как Самуил услышал голос Твой, пусть также и они услышат Твой голос. Мы любим Тебя, Господь, и мы посвящаем их Тебе на служение. Давайте благословим их молитвой Аарона. Детки, поднимите руки и не разговаривайте. Мушкетеры, тоже руки вверх. Руки вверх, да, и держите, и не разговаривайте. А теперь давайте мы благословим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И мы все говорим аминь. Будьте благословены и можете возвращаться. Присаживайтесь, друзья. Тема, конечно, очень потрясающая. Знаете, когда мы говорим, когда же просыпается отцовское чувство впервые? Там, где мы в родильной палате, или позже. Я вспоминаю, когда у меня это пробудилось. Вот я слушаю вот это свидетельство, потрясающее свидетельство. Это было какой-то лагерь Свента. Какое-то у нас есть озеро такое. И на этом озере был молодежный лагерь. Все мои дочери были там. Совсем мелкие, вот такие вот, ну, где-то такого возраста. И Мария, Татьяна и Настя. Настя была вообще самая маленькая. И они пошли купаться, взяли вот такой надувной тот самый баллон. И, а там раньше была другая совсем техника, там просто было все просто. И мои девчонки ее посадили на этот вот баллончик, а сами убежали. Она плыла. И что это такое за чувство? Я иду по берегу. И что-то вдруг, вот как будто вот волнение, тревога. Так поворачиваюсь, смотрю вот этот вот надувной баллончик, и две ручки мелькнули посередине вот так вот, и вниз. И это было 30 метров от берега. Я посмотрел, у меня как будто вот молния отсюда до отсюда. Я рванул туда. Она уже захлебывалась. Это была Настя. Она уже вот так под водой, вот так вот дышала. Я схватил ее, она меня как вцепилась. И она 500 она, папа, папочка, папочка, папочка. Вот тогда я впервые себя папочкой почувствовал. Она вцепилась, я даже на берег вышел. Она не отпускала своих ручек. Я ее просто носил, Настюха, все в порядке. Все, я здесь. И знаете, что я понял? Это такие уроки, что думаю, вот так наш папочка. Однажды, где-то там, когда уже остались ручки и ножки, и он вот так нас спас, и с тех пор у меня такое отцовское чувство проснулось настоящее, что я крепость, что я защитник, что я покровитель, что от меня что-то вот в этой жизни моих детей что-то зависит. Моя молитва, пусть крепнут наши отношения с детьми, пусть они становятся еще органичнее, пусть они становятся глубже, и пусть наши дети чувствуют в нашем лице, в лице своих родителей, настоящих друзей, не только отец и мать. Пусть каждый из нас станет друзьями своим детям, пусть они нам секреты раскрывают. Отцы, дарите своим девочкам, своим дочерям много ласки, много доброты, чтобы они не искали ее где-то там на улице. Пусть в домах будет, ну, в полной мере удовлетворены все потребности. Я думаю, сам Господь во всей полноте может скомпенсировать все наши потребности. Хотел бы сейчас просто еще раз поблагодарить всех. Дайте рекламку.
прекрасное служение. Я благодарю еще раз, Василий, благодарю, Олег, огромное вам спасибо за демонстрацию и манифестацию здоровой, крепкой семьи. Огромное спасибо, Татьяна. Я думаю, что мы должны, ну как бы не то, что пропагандировать, а провозглашать вот эти важнейшие ценности в нашей жизни. Это семья, которая является фундаментом и основой нашего бытия. Хотел бы просто сделать объявление, что во вторник, это послезавтра, как всегда у нас уже традиционно, это Фил Нойер, это из Splendid Palace, будет проходить очередной авторский вечер под названием «Мечты и горизонты». Тот, кто однажды там был, вы могли увидеть, что это уникальнейшая площадка, на которой мы знакомимся с людьми. Там, туда приходят сотрудники, там очень много бывает благословенных людей. В прошлый раз из Рижской думы гости были. Там бывают менеджеры, там бывают юристы, там бывают корреспонденты. Ну, люди неравнодушные к своей земле, к своему народу. И в этот раз мы снова будем говорить и о семье, и о Латвии, и о нашем городе Рига. Поэтому, пожалуйста, возьмите на выходе эти пригласительные, приглашайте своих родных, приглашайте своих близких. Может быть, здесь кто-то уже готов, поднимите руки, вам сейчас раздадут. Оскар, пожалуйста, раздай. Тот, кто однажды там был, и тот, кто приглашал, продолжайте дальше приглашать. Я думаю, это уникальная площадка знакомства, просвещения и евангелизации. Давайте сейчас помолимся, чтобы пир наполнился возлежащими. Аллилуйя! Отец во имя Иисуса, мы поклоняемся Тебе, и мы благодарим Тебя за эту великую возможность, которую Ты даешь нам, потому что от Тебя, Господь, творчество, Ты творец, и Ты даешь нашему пастору такие идеи, такие программы. И мы сегодня соглашаемся во имя Иисуса Христа, мы соглашаемся, Бог, дай нам донести об этом вечере до всего города, на каждом районе, соседям, знакомым, во имя Иисуса Христа, чтобы этот зал, он был переполнен, чтобы там было много Твоей славы, и те люди, которые туда придут, они увидят, что церковь – это многогранный камень во имя Иисуса. Это еще есть одна возможность познакомиться с Тобой, как с Богом великим и всемогущим, как с Богом Творцом, который дает открыться всякому потенциалу. И я умоляю Тебя, Господь, и призываю Твою святую кровь на это предприятие. Ты говорил, что все, что по воле Твоей, то это состоится. И мы верим, Господь, что в этом есть Твоя великая, большая, благословенная, божественная воля во имя Иисуса. Дай привести туда интеллигентных, образованных людей, грамотных людей во имя Иисуса, чтобы творчество и мастерство, которое Ты вложил, как дары и таланты церкви, дары и таланты пастору, Господь, они были раскрыты еще больше и приняты людьми. Ведь это проповедь Евангелия. Дай нам донести через такой, Господь, необычный момент до этих людей весть о спасении. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя во имя Иисуса. И давайте согласимся. Скажи, я постараюсь, и я приведу на творческий вечер, на авторский вечер людей во имя Иисуса. И эти люди, они останутся довольными, потому что это дело Божье. Аллилуйя. Аминь. И, конечно, такое служение очень хорошее, очень сильное. Знаете, я хочу так необычно, может, призвать. Давайте повысим рождаемость. Аминь. А как повысим? Да, это повышение. Вы сами видели результаты. И вот это число смерти, оно может уменьшиться. Знаете как? Если духовная рождаемость, она повысится. И Слово Божие говорит, кто не родится от воды и духа, тот не может
наследовать жизнь вечную. Я хочу спросить, здесь есть люди, я в этом уверен, которым нужна эта молитва рождения. Рождение от Духа Божьего, от Духа Святого. Как пастор рассказал про спасательный круг. Может быть, как раз ты сегодня сюда пришел, и тебе нужны вот эти отцовские руки, руки Бога живого, чтобы вытянуть тебя. И если здесь есть те, у кого желание сегодня примириться, не уйти к Богу, а примириться с Богом. А может быть, ты ходил долгое время, не посещал служение, не приходил на собрание. И сегодня ты сюда приехал, и это как раз твой день. Пожалуйста, если здесь есть те люди, которые бы хотели примирения с Богом сегодня, здесь, сейчас, родиться от Духа Святого, пожалуйста, поднимите руки. Если я вас приглашаю, придите, пожалуйста, сюда. Давайте, халлелуйя, халлелуйя. Слава Богу! И я знаю, что здесь есть еще утопающие. Знаешь, спасение утопающих, оно в руках. Придите, придите быстрее, пожалуйста. Не надо стесняться, не надо бояться. Молодежь, вы храбрый человек, знаете, храбрый. Да, знаете, я сегодня выставил статус сильных, не любят и боятся, потому что ними тяжело управлять. Да, ними только Бог может управлять. И это только сильные люди могут признать свою неправоту перед Богом, прийти и при людях совершить покаяние. И, пожалуйста, не потеряй свой шанс, беги сюда. Беги, беги, не откладывай на завтра. Ты сегодня не зря сюда пришел. Утверди свои отношения с Иисусом Христом. Хорошо. Тогда мы с вами, как вас зовут? Святослав. Святослав, такое имя вообще. Аллилуйя. Святой. Вот станете точно святым. И церковь, давайте поднимемся. Давайте поднимемся, это торжественный момент. Мы вам поможем. Нужно говорить вслух. Давайте повторим. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я сегодня прихожу к Тебе, такой, какой я есть, но не хочу таким оставаться. И я принимаю решение. Я каюсь перед Тобой. Я прошу прощения за все свои грехи. Я отрекаюсь от родовых и наследственных проклятий. Во имя Иисуса. И я верою принимаю, что Иисус Христос умер лично за меня и воскрес за мое оправдание. Благодарю Тебя, Иисус, за то, что сегодня я уже помилованный. Я не грешник, я праведник. Ты оправдал меня. Дух Святой, помоги мне. Открой мне Слово Божье. Понимать его, исполнять его и жить по Твоему Слову. Аминь. И мы помолимся за вас. Можно? Халлелуйя! Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я призываю Твою милость, Твою святую кровь. Я прошу Тебя, поставь свою печать на этом решении, на этом человеке. Пусть Твоя защита, Твоя милость будет над ним с этой минуты. Я прошу Тебя, Бог, никто не может восхитить из руки Твоей. Пусть этого человека, Святослава, никакой дьявол, никакой сатана не восхитит. И он станет частью церкви во имя Иисуса. Халлелуйя. Аминь. Поздравляем. Будьте благословенны. Да, и после служения на встречу с Павлом. И я еще хочу сделать одно объявление. Знаете, в Библии написано, когда двое согласятся, просить о всяком деле. И я думаю, у тебя есть много нерешенных дел. У нас есть в городе много нерешенных проблем. Есть неполученные ответы. Есть благословения, которые нас ждут. Поэтому в понедельник на 18:00 общецерковная молитва. Я приглашаю вас всех. Приходите, мы будем молиться
в согласии, за семьи, за детей, за город, за Латвию, за церковь. И за личные нужды, и за исцеление. На каждой молитве у нас есть уже много есть свидетельств. Хорошо, на этом служение закончено. А? Сейчас? Есть еще рекламный ролик, хотят показать. «Мир дому твоему». Давайте посмотрим.